Всем привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. С вами Александр, моя каймановая черепаха. И да, пришла весна, все цветет, все зеленеет. У нас на улице 24 градуса. И, конечно, первый раз вытащил Кайманыча на природу погулять, на солнышко. Вот так и осуществляется выгул черепахи. На ночь еще оставлять черепаху очень рано на улице, достаточно еще холодно. Но днем где-нибудь в ванной или в тазике, где ставим тепленькую водичку, или вот так как я, чтобы она погуляла, размяла лапы, хвостик. Зима у нас уже прошла. А? Куда, Кайман? Куда? На огород пахать? Да, на огород пахать. Сил у них, конечно, хватает. Аппетита тоже. А? Задумался. Вот как-то так осуществляется выгул каймановых черепах. Достаточно спокойно. Без инцидентов, как говорится. Проследим вместе, куда он. К сожалению, сегодня я без оператора. Опа! Черепаха есть упасть. Ничего. Ничего страшного. Чуть-чуть попозже я вам продемонстрирую именно как они летом прям в ванной как содержатся на улице. А сейчас всем па-па, подписывайтесь на мой канал, ставим лайки.